Фургон с мороженым сбил 29 школьников, которые под открытым небом исполняли эпос «Манас» в Кыргызстане. 7 человек в реанимации после данного происшествия. Трагедия произошла в селе Сузак. Грузовой автомобиль «Портер» внезапно тронулся с места и помчался по склону прямо в толпу детей 9-16 лет. По данным местных властей, водитель просто забыл поставить свой грузовик на ручни. 18 детей сейчас в больнице, 7 из них в реанимации, 3 в тяжелом состоянии. Еще 11 человек отпустили на амбулаторное лечение домой.